Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в StickWar Legacy. У нас две новенькие миссии, и поэтому немедля приступаем к их прохождению. Многие говорят: Рэй, дождись лучше четырех серий, ну, четырех новых миссий. Ребят, я могу и прозевакать, если честно, поэтому пока есть возможность, давай попробуем пройти. Ну что, 303 и 304 миссии у нас. Дожить до заката. Ну, естественно, уровень невозможный мы ставим. Естественно, ребят, ну, сами понимаете. Так, нам нужно, знаешь, что сделать? Вообще, мы с тобой зарабатываем сейчас кристаллы. Нам нужно 3000 кристаллов заработать. Для чего, ребят? Для того, чтобы мы могли с тобой приобрести броню. И причем ваши мнения разделились. Кто-то говорит, что не надо ставить на великанов, лучше взять на капьетонов. Кто-то говорит, что лучше взять на магов. Ребят, ну я не знаю. Для магов броня, мне кажется, это вообще самое последнее дело. Почему? Сам маг, в принципе, в боевке, грубо говоря, не участвует. Он всегда сидит где-то там позади, да? Кастует свои заклинания, и все. В ближнем бою его в любом случае, если даже ты хоть там в какой броне будешь, его заколбасят. Поэтому, наверное, я соглашусь, что капитоны в этом случае, наверное, будут оптимальная. Кто-то даже предложил работяг улучшить. Но не вижу в этом, ребят, никакого смысла улучшать работяг. Ну давай, ребята, колбаску. Колбаску из них делаем. Ливерку. Ливерку. Вот. Можете же, когда хотите. Так, раз, два, три, четыре. Четыре маловато. Давай-ка мы, наверное, сделаем 6 работяг. 6 работяг и... Можно, в принципе, пойти, ребят, на передовую. Как это делаем мы с тобой в последнее время. Просто вот здесь вот встанем. Лучники электрические, причем бегут на нас. Ну, это, конечно, из-под тяжка. Подхалимы несчастные, блин, одного шваркнули, ты прикинь. В двух даже. Ну, это понятно, у них электрическая, ребята, броня и оружие. Там, видел, да? Идет счетчик такой. Когда он заполняется, он начинает бить магией этой электрической. Так, ну я сейчас, как обычно, в своем репертуаре выставлю здесь, ребят, защиту. Вот так она будет у нас выглядеть. И пускай эти супостаты попробуют здесь пробежать. Давай, 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 лукарей, лукарей этих. Есть. Ну, сам видишь, что происходит. Угу. Давай, давай. Упали. Пока не падают, наши, как говорится, войска подходят. Все больше, больше и больше. Давай еще, наверное, сделаем. Такой. Со стрелой в голове. В голове, в живот стрела попала. Ага. Бомжи прибыли. Слушай, мне что-то эта миссия напоминает позапрошлую. Что-то типа такого же было у нас. Те же самые броньки. Уж очень сильно схожесть есть. Но мы стоим. Да, потом, по-моему, будут два великана пойдут. Или один великан пойдет в электрической броне. Сейчас посмотрим. Ну, где они там? Уснули, что ли? Так, мои. О! Да, капитоны, конечно, тут мне дают, ребята, прикурить. Посмотри. Готов. Готов, бомжара. Ладно, ждем следующий отряд. А у нас там что происходит-то? Слушай, ну в принципе добытчики делают свое бравое дело. А мы с тобой скоро по максималке выйдем. Во-во-во-во-во-во. Да я тебе говорю, это до боли знакомый уровень, потому что такое мы уже видели. Именно вот маг вышел. Гэндальф этот. Ладно, ждем.
мне кажется, они уже здесь ничего не сделают нам. Все, у нас фулочка 50 из 50. Такая армия. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Давай, 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 колбасим, колбасим. Мага, мага, блин. Готов. Заколбасили, запинали мы их. Это, по-моему, получается, знаешь, это один из длинных уровней. Что-то типа того. Когда мы здесь с тобой тогда стояли до посинения, а враг все шел, 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 шел. Я уже думаю, да когда же это закончится? Да, 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 друзья мои. Вот два великана, блин. Твою налево. Отойдите, отойдите оттуда. Пускай они выйдут сюда к нам. А так. А молния-то нифига там колбасит, ты видел? И это еще не все, друзья. И это еще не все. Ладно, подождем. Мага, магу надо валить. Магу. Магу. Это сразу вспомнился этот мне. Эдвард Билл со своим этим пранком магой. В чем сила? В маге. В маке. Не в маке, а в маге. Давай, 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 давай. Есть. Да, друзья мои, ну такой вот, считаю, изичный уровень был. Но сундук-то мы сегодня с тобой рванем. Рванем, ребят, обязательно увидим. Так, ребята, 303-я миссия пройдена. Переходим на 304-ю. Пережить атаку на закате. Угу. Друзья, точно это не повтор у нас идет, а? Точно не повтор? Уж больно похожи какие-то миссии. Ой. О-о-о. Слушай, это... Это, ребята, это серьезная заявка. Знаешь, что я сделал? Тупо, ребята, мне надо было добытчиков делать. А, все, 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 нормально. 5 минут у нас. Блин, 5 минут в запасе, ёпрасоте. Всего-то лишь 5 минут. Давай, братяга, я тебе помогу. Давай, 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 родной, колбась. Колбась этот рудник. Как из последних сил. Так, побежал. Давай тебе тоже помогу. Времени мало, ты видел, там какой отряд. Нам нужно будет сейчас с тобой раскачаться тут. Успеть раскачаться, конечно же. Ой. А, это какой-то пробник выбежал, да? Нифига себе пробник. Ребята, это только один был. Так, раз, два, три, четыре. Блин, маловато. Давай еще, наверное, одного сделаем. Они сейчас будут так потихонечку мне... Ага, они делают типа разведку боем, да? Отправляют по одному, по двум. А в конце пойдет элитка. Можно было бы, конечно, лучников, но я их не прокачивал, друзья мои. Так, допустим. Допустим. Сколько у них там? Раз, два, три, четыре, пять. Пять и четыре. То есть 20 воинов у него здесь стоит. У меня на порядок меньше. Пока. Но это пока, друзья мои. Так, он троих. Ага, нет, это не с его отряда. Это левак побежал. Это, ребята, побежал левак. Но этих трех мы должны запласовать просто.
на изи. Но без... Блин, лучше бы они вот этого подбили. Почему лучше, ребят? Потому что я бы вместо него позвал бы целенького. 3 минуты. Мне что-то подсказывает, что здесь... Что здесь побегут не только вот эти вот охламоны. Здесь, наверное, еще кто-то к ним присоединится. Так, 2 минуты. Через 2 минуты готовимся, ребята, к полномасштабной атаке. В данный момент еще 4 бежит. Ага, наши первые потери пошли. Наши первые потери. Давай еще, наверное, 6 закажем. Минута, друзья мои, минута. Я не знаю, может быть, им навстречу бежать? Мне кажется... Блин. Хотелось бы фул, чтобы была армия, но я не успею. И сейчас и эти еще побегут. То есть мы с этими справляемся, и побежит еще основная, да, вот это вот. Ну, понятно, понятно. Ну что, друзья, навстречу? Или как? Или ждем? Так, пошли секунды, отсчет секунд. Так что... Слушай, а у меня успею? Я, наверное, успею, ребят. Или не успею фулку набить. Так, кто там бежит-то? Ёпарсоте. Это была затравочка с его стороны. Затравочка, блин. Сейчас останется 5 секунд, я ломанусь. Я, ребят, ломанусь туда. Ну. Так, 16, 15, 14, 13. Сейчас побежим. Я надеюсь, вот эти вот только. Или не дай бог, он сейчас еще кого-нибудь возьмет. Погнали. Ага, ага. Поехали. На поле танки грохотали, как говорится, да? Ты, господи, я-то думал, будет жарко, а тут просто прохладно, ребят, прогулочка получилась. Но, тем не менее, сундук мы заработали. 304-я миссия пройдена. И будьте добры, отдайте мне, пожалуйста, мой сундук. Посмотрим, что он мне даст. Давай, близко. Ну, понятно. 30, ребята, всего лишь 30. Ой, мы с тобой будем так до посинения копить эти 3000 кристаллов. Да. Ну, понимаешь сам, все равно у нас выбора нету. Расходники покупать — это последнее дело, потому что это расходники, друзья мои. А броня — это броня. Как говорится, броня — это навсегда. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.